Пилотный проект по внедрению новой модели организации здравоохранения механизмов государственного медицинского страхования на основе рекомендаций ВОЗ будет реализован в Сырдарье. Также создается государственный фонд медицинского страхования, направленный на финансирование оказания качественной и полноценной медицинской помощи всем слоям населения. В рамках проекта в учреждениях первичной медико-санитарной помощи будут созданы медицинские бригады, состоящие из семейного врача, средних медицинских работников, оказывающих ему помощь в направлениях терапии и педиатрии, а также патронажных медицинских сестер и акушеров. На уровне каждого медицинского учреждения будет разработан пакет бесплатных медицинских услуг и лекарственных средств, гарантированных государством. Также будет организована система медицинской профилактики и патронажа, предусматривающая разделение населения на группы риска, исходя из имеющихся факторов, и обеспечение прохождения населения, входящего в группы со средним и высоким уровнем риска медицинских осмотров в установленные сроки с периодическим наблюдением здоровья. Месячный срок намечен организовать учебные курсы по обучению медицинских работников учреждения первичной медико-санитарной помощи Сырдарьинской области. Фонду медстрахования поручено до конца текущего года провести перепись персонала медицинских учреждений Сырдарьинской области, инвентаризацию имеющихся в ней медицинской техники и изделий медицинского назначения, оборудование с формированием их электронной базы данных. На вопросы, когда планируют внедрить новую модель, кто и как будет контролировать больных и кто будет нести за всю эту ответственность, ответ Акбар Мирзаханов. Создана правительственная комиссия. Работа эта будет вести во главе Хакимиата Сырдарьинской области, областное управление здравоохранения, областное главное управление, финуправление нашей области, который будет этим заниматься. Хакимиат наш областной и районный хакимиат.